Дар Божий. Коллекция мест Писаний в исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Петр отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Петр отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга, это дар Божий. Потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга, это дар Божий. Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта в Его Сыне. Бог дал нам вечную жизнь. И жизнь эта в Его Сыне. Ведь возмездие за грех — смерть, а дар Божий — вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Ведь возмездие за грех — смерть. А дар Божий —
вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности. Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Петр отвечал: «Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа». Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это дар Божий. Бог дал нам вечную жизнь, и жизнь эта в Его Сыне. Ведь возмездие за грех — смерть, а дар Божий — вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама.
если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии даются многим. Последствия греха одного человека не могут быть сравнимы с тем, что дает этот дар. Суд за одно преступление повлек за собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от множества преступлений. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека Иисуса Христа будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности.